Футбольный Краснодар интересовался мной еще давно, когда я играл в Екатеринбургском Урале. Но последний раз это сейчас случилось в январе, когда я узнал, что я не лечу с основным составом «Зенита» на сборы. На меня вышли представители Краснодара, вышли на моих агентов и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать. У меня уже есть семья. Конечно, я принимал решения со своими родными, близкими, с отцом, с женой. И все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в своей карьере. Так получилось, что знаю очень многих ребят по молодежной сборной, по национальной. С кем-то выступал даже в одной команде, с Федором Смоловым. В молодежной сборной это Стас Крицюк, это Сережа Петров. Знаю также Газинского, Шишкина, Янбаева, но очень многих ребят. Единственное, знаю, что это наш южный город страны, хорошая погода, но таких достопримечательностей, красот города я не посещал, потому что всегда приезжали и было немного времени, чтобы посетить. В основном все обходилось. Это стадионы, отели, дорога. Думаю, у меня будет достаточно много времени, чтобы ознакомиться с городом. Я помню игру в Екатеринбурге еще, когда в первой лиге мы играли. Тогда Урал выиграл со счетом 3-1. Мне довелось отличиться в этом матче. Также помню игру в Махачкале, когда я играл за футбольный клуб «Анжи». Мы выиграли, тоже одержали победу. И также мне получилось отличиться голом в этом матче. Там, не помню, 5-я или 6-я минута даже была. Мы повели в счете 1-0. Мы разговаривали с Игорем Шалимовым. Да, тренер показал, объяснил, в какой позиции видит меня. Я с ним согласен и буду стараться делать все от себя возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и своих партнеров по команде. Впечатления только положительные. Я провел одну тренировку, очень интересная тренировка. Все через мяч, квадраты, футбол. Все партнеры дружелюбные, приняли меня хорошо. И вчера я провел 45 минут на футбольном поле. Первый раз одел майку Краснодара. Ну, чувствовал себя уверенно. Жалко, что, конечно, в моем дебютном матче мы проиграли, но, думаю, первый блин комом дальше будет лучше. Времени достаточно, еще есть третий сбор, плюс еще будет время тренировочного процесса в Краснодаре. Думаю, успею влиться, познакомиться еще поближе с ребятами в футбольном плане, кто как открывается, все взаимодействия. Я хороший обученный футболист, я думаю, у меня не составит труда влиться в коллективную игру команды. Я ставлю перед собой только самые высокие задачи. Я верю в себя, верю в свою команду, которая добьется хороших результатов и поможет мне попасть на чемпионат мира. Все в моих руках. Я буду верить и надеяться, и делать все от себя возможное.